В Аксу прошли открытые городские соревнования по зимней рыбалке. Борьбу за победу вели 16 команд. Подробности в следующем сюжете. Бешеные рыбаки. Так, что? Евгений Данилов счастлив. Первую рыбу соревнования поймал именно он, выиграв соответствующую номинацию. Ощущение до сих пор, сердце аж колотится внутри, очень хотелось. Ну вот, поймал. Мы слышали, вот когда ты присел, закинул туда наживку, все такое. Давай, 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 давай. Да, да. Рыбу, получается. Подманил, да, желанием своим. Вот, как видите, потихоньку пошло. Сейчас дальше больше будем на первое место набивать. Первый раз участвуем, но ничего страшного. Евгений Данилов знает, без чего на рыбалку, будь то зимняя или летняя, приходить не стоит. Чего нельзя? Да что ты? Ну, я имею в виду не снаряжение, это понятно, что без него не сидит. Я имею в виду, да, без желания, без настроения. С хорошим настроением надо приходить. Со стремлением. И она обязательно поймается. Я рыбачу с 4 лет, вот отец научил. И до сих пор меня от этой удочки, от рыбалки не оторвать. Даже уже улов не важен, ну, сам процесс с природой пообщаться. Зимняя, летняя, разница всю нет? Подряд, на всю подряд езжу. Ну, разница есть, ну, это микромоменты, но это такое, они везде есть. Летом, конечно, лучше, но летом комары, зимой холодно, но... В зимней рыбалке приняли участие команды города Аксу и его сельской зоны, а также из городов и районов Павлодарской области. Павел Логвиненко неоднократно выигрывал эти соревнования, но на этот раз участвовал неофициально, можно сказать, для души. Любая рыбалка, любой рыболовный спорт – это отдых. Чтобы люди приходили, отдыхали, получали заряд энергии после трудовой недели, уходили с отличным настроением, даже кто не поймал. Здесь нет победителей, нет проигравших. Это чисто условно. Кому-то медали дадут, а кто-то получит намного больше, просто присутствуя здесь. Эмоции. Так что вот это, я считаю, самое главное, на мой взгляд. Соревнование проводилось в командном зачете в один тур. После 2 часов под непрекращающийся снег были определены лучшие по номинациям. Самый возрастной рыбак – 58-летний Ирбулат Дакауф, команда «Бешеные рыбаки». Самый юный рыбак – 3-летний Максим Касимов и леди-рыбак Елена Мазур, оба из команды «Мазур». 3-е место у команды «Молодые», 2-е у команды «Ни хвоста, ни чешуи», а победила команда «Электроник». Мурат Абилмаджид, Айбек Газиз, РТС Ахпарат из Аксу.